И снова здравствуйте, дорогие товарищи, рад приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Захар, и сегодня будем готовить очередную вкусняшку. Два таких замечательных кусочка у нас сегодня. Здесь ровно 200 кило, каждый кусочек по 600 грамм. Значит, будем его сегодня засаливать, и я вам сейчас покажу, как это делаю я. Нужна нам такая вот тарелочка чеснока, 6-8 зубчиков среднего чеснока. Мясо любит, мясо, сало любит чеснок. Паприка, сладкая красная паприка. Берем полторы столовые чайные ложки паприки. Одну вот такую вот ложку чайную орегано. Одну чайную ложку перца. Сюда же я добавлю еще чайную ложку сухого чеснока. А этот чеснок подавим здесь на чеснокодавке. Ну и основной продукт, без которого не получится ни одна засолка, конечно же, соль. 7 чайных ложек я положил сюда соли. И это все дело нам надо хорошенько тщательно перемешать. Это мы немножко отставляем в сторону. Значит, теперь займемся чесноком. Чеснок вот на такие кусочки. Мы сейчас нашпигуем его чесноком. Делаем вот так вот отверстие. Так, и сюда же чесночок. Итак, с этим, с первым и со вторым кусочком так же самое проделываем. Так, закончили мы нашпиговку чесноком и сразу же приступаем к натирке. К натирке нашей подчеревки, нашей смесью, которую мы приготовили. Ой, запах неимоверный. Хорошенечко натирайте со всех сторон. Взял я емкость, в этой емкости и будет у нас засаливаться. Значит, на самое дно высыпаю соль. И вот так вот равномерно по всему дну. Немного, чтобы дно покрыть. Сюда же укладываю, вот гляньте, вот так вот. Натертое наше сало. Вот укладываю вот так. Так, высыпаю сюда же, остачу тем, чем мы натирали. Так, сюда же я добавлю еще лаврового листочка. Ну и сверху присыплю немножко солью. Совсем чуть-чуть. После этого накрываю крышкой, плотной крышкой. И отправляем это чудо. Можете на стол поставить, под стол. При комнатной температуре ровно на сутки, чтобы стояло. Так, друзья, прошли у нас сутки. Наше сало подчеревок стоял при комнатной температуре. Теперь же, не распечатывая, отправляем на сутки же. Либо в холодильник, либо в какое-нибудь прохладное место. Ну и вот, дорогие друзья, наконец-то все. Наше сало подчеревочка уже готово. Прошли уже третьи сутки. И вот такая вот у нас красота получилась. Запах, я вам скажу, неимоверный. Ну и пробуем. Лучшее сало в мире. К чему угодно. К борщу, картошка. Даже просто можно запечь в духовке. Вот так. Так, ну и теперь смотрите. Кто как делает. Я делаю, разрезаю на вот такие вот маленькие кусочки. Вот этот кусочек. Может, просто напополам. Потому что, ну, за раз тоже не скушаешь, не скушаем это всего. Каждый по отдельности вкладываем в пакет и в морозилку. Во-первых, он будет и резаться будет лучше тоненькими полосочками, ну и храниться будет тоже. Достаточно долго будет храниться. Так что, пожалуйста, готовьте и оставайтесь с нами. Всем мира, добра и до новых встреч. Пока!